Так, друзья, Toyota Vitz 2002 года. Литровый двигатель здесь. В общем, у меня здесь вот тут снизу один, и сверху такой тройничок стоит. В общем, из печки выходит. И боковой отвод, в общем, здесь на пластиковом, сломался у меня. Я буквально чуть дотронулся. Оно начало подкапывать здесь. Ну, думаю, хомутики поставлю сейчас. Я здесь дотронулся, он отпал. Вот этот вот отводной шланг. То есть, ну, за столько лет пластик высох и отвалился. Залез в запчасти, посмотрел. Отдельно они не продаются. Ну, по крайней мере, в Емиксе. Нет отдельно. Продаются только вот этот шланг, тройник и вот этот шланг. Все вместе в сборе. Это стоит порядка 7 тысяч. Вот, ну что делать? Это слишком, конечно, дорого. Куда это такое? Поехал в магазин сантехники, купил вот железный тройник латунный. Два отводика таких с резьбами завернул. На лен посадил. Завернул, вот шланги отдел, обрезал как мне надо. И сюда писюлечек с резьбой вот накрутил тоже. И тоже шланчик одел. Вот такой вот, короче, экономия такая. Обошлось мне 380 рублей. И вот теперь думаю, нижний, наверное, тоже надо переделать, потому что пластик прям, я в руки беру, а он крошится и крошится. Так что вот надо нижними тоже так же сделать.